загвоздка. А так мы давайте посмотрим, что вы знаете, да, как вы умеете общаться, в принципе, понимаете ли, либо не понимаете, и вы что-то все равно турецкое вынести с этого урока. Если просто говорить о турецком языке, читать умеем? Ну как же. Да, но все равно там есть буквы, которые определенно отличаются, да, и от английского, и от всего другого. Вот я просто понимаю. Буквально проверю, да? Читать можно, понимать не все. Так, угу. Отправляя букву, произнесите звук. Дж. Угу, все верно, далее. Ч. Далее. Емшак Г. Угу, какой звук? Там какой, никакой. Никакого, там, все. Никакого, так, далее. И. Так, и это? И. Так, алфавит он знает. Алфавита вы не будете начитать в любом случае. Далее идем. Основные фразы приветствия, которые вам встречались, которые вы говорили, как можно поприветствовать на турецком языке? Мераба, мерабалар. Еще? Селям. Так, еще? Привет. Там так, еще угу. Можно еще по времени суток. Доброе утро, добрый день, как это все звучит? Игендар. Так. Добрый день. Так. Якшамлар, добрый вечер. Игеджилер, доброй ночи. Хорошо. И доброе утро осталось. Блин, забыл. Гю? Гюнайден, точно. Гюнайден, конечно, все верно. Помните. Идем далее. Да, хотите спросить, как дела? Что спрашиваете? Насылсен. Еще? Насылсен форма на ты, да? Существует всегда две формы, на ты и на вы. Ну, да. Имсен. Так, а если на вы, то как мы добавляем? Какие окончания? Имсенес. Да, насылсенес и имисенес. Еще? Можно спросить, да, помимо, то есть язык живой, не, можно, да, не одним предложением спросить. Можно спросить, что нового, тогда мы говорим. Неварный йог, например. Да, еще какие новости? Вчера научили. Блин. А, новости, нехабер. Отлично, все верно, какие новости. Еще можно спросить, что делаешь, в значении, да, тоже, как дела, чем ты живешь, как это будет звучать? Что делаешь? А что делаешь конкретно? Если дословный перевод, я спрашиваю, не? Не вар, а не я пьёрсун. Да, что ты делаешь? Мы можем спросить не я пьёрсун, что ты делаешь, чем занимаешься, либо не я пьёрсун, значение как дела. И существует опять форма на вы, значит, не я пьёрсун. Сунус. Сунус, хорошо. На это все. Как мы можем ответить? Хорошо? Им. Угу, очень хорошо. Чок им. Так себе. Иды им. Это уже... Не просто так себя нехорошо, да, да или отрицание. И да или у меня нехорошо. А так себе? Шелебуэле. Шелебуэле, так себе. Я читал тоже, то ли в песне в какой-то, то ли что-то. Угу. А не забывать. И старайтесь потом... Слово, что ли? Да, шелебуэле. Бёле такой, шеле... Вон такой, дословно. А шелебуэле так себе. И так, и так. То есть старайтесь по-разному, будете потом контактировать с турками, не каждый раз отвечать и им, да, потому что такой очень замыленный вариант, да, чтобы настроить кого-то диалог, на диалог, в любом случае по-разному спросите, по-разному ответьте, будет намного интереснее. Надо понимание настроить, а уже потом в диалоге. Ну вот уже начало бэль, диалога. Я не сразу скажу, что завтра забуду, а может быть и наоборот. Наоборот, мы с вами посвятили этому времени, не забудьте. Так, неплохо, можно сказать. Шелебеле. А неплохо? Вот прям неплохо, дословно вас мучить буду. Плохо будет. Я что-то так забыл сразу, плохо. А, фенадеиль. Вот тоже я это слово слушал в наушниках. Фенадеиль. Да, фина плохо, фина де иль отрицательная частичка, да? Нет, фина де иль неплохо. Либо еще такое слово существует, это кютю. Тоже плохо, да? Два синонима, либо кютю, либо фина. И когда кютю. Говорите у меня плохо, вы говорите кютю, да, у меня что-то плохо. Но чаще всего сказать им, либо чок им, либо язык все равно живой, да, с английского, как с английским, дружите? Нет. Нет, да, немножко тоже нужно потужиться. Очень много заимствований с европейских языков. Вот на варный йог, французского в свое время, да, это немножко позже. Сейчас в связи с техникой, с распространением английского очень много заимствований. Можно отвечать стандарт,
можно отвечать супер, да, это все слова, которые употребляются с ответа на как дела. И принято благодарить. Как мы благодарим? Эй, валла. Так, еще. Шикурляр. Еще. Ну, то же самое. И дарим только. Шикурляр, дарим, благодарю. Еще. Такую наверняка форму знаете. А саул у нас также. Саул, да, либо саулун, если на вы. На благодарю. Хорошо. На спасибо можно ответить, пожалуйста, тогда. Пожалуйста. Вчера я как-то посмотрел. Так, давайте подключайте всех. Будем сейчас вспоминать. Сейчас она напишет, мы вспомним. А потом забудем. Риджайдерим. Риджайдерим, да, как пожалуйста. Есть три пожалуйста в турецком языке, наверняка знаете. Вот риджайдерим, когда мы говорим спасибо, пожалуйста. А есть пожалуйста, открой окно, пожалуйста, передай мне кружку чая. Это лютфен, вы его знаете. А еще есть такое пожалуйста сервиса. Наверняка, если были в Турции, слышали его. Говорят, пожалуйста, приходите к нам в кафе, пожалуйста, присаживайтесь. По-моему, что говорят? Говорили. Как не говорили? Вас никогда не звали? Лютфен, я слышал. Абу? Тоже наверняка знаете. А, Буйрун. Слышали? Буйрун, да. А это тоже как, пожалуйста, сервисы у нас. Знаете, пожалуйста, приходите, пожалуйста, вот ваша задача, либо так далее. Хорошо, идем далее. Спросили, как дела, ответили, как дела. Как спросить, как вас зовут? Адынызне. Адынызне. А если тебя? Адынне. Адынне, окончание меня. А и отвечаем мы на это? Беним адын Эмиль. Хорошо. Как приятно познакомиться. Мемнун олдум. Знаете, да? Не давайте себе команду, что вы не знаете, да? Автоматически. Нет, не даю, мозг... я просто вспоминаю. Я же это, это никому не говорил никогда. Отлично. Вот скажем друг другу. Мемнун олдум беним адын Марина. Мемнун олдум беним адын Эмиль. Отлично, да? Вспомнили, познакомились. Теперь счет. Счет, он практически так тот же. Да, да, единственное, немножко по звуку. Поиграем в такую игру. Да? Повторим счет, но с фразами, да, разговорными, которые часто употребляются, которые тоже продолжим. Отправила файл, откройте, пожалуйста. Так, я вот сейчас попробую сначала на весь экран мышь-то. Мне тут два ноутбука. Сейчас увеличим. Куда нажать-то? У вас диалог сообщений должен быть открыт. Внизу такое сообщение. Ага, вот там я все слова писала и отправила последний файл. Открываем его. Ага. Так, открыли. Справа будет такие выражения, да, разговорные. Ваша задача читать и называть картинку цифрой по-турецки, которая она соответствует. Так, афиет олсун, приятного аппетита. Это 8. 8 будет по-турецки, мы говорим. Нам русский не нужен тут. Бля. Давайте с одного начнем счет. Секис, секис, секис. Хорошо, секис, отлично. Секис. Далее. Так, и дерслер, и это хороший дерс урок. Хорошего, да. Что ли? Так, да, пожелание вот. Хорошего урока. Так, наверное, четверка. Так. Дерт. Дерт, отлично. Да? Ну, вот смотрите, дерт. У вас все пожелания в турецком языке на будущее будут на лар-лер. Да? Лар-лер, множественное число, вы знаете. И акшамлар, доброго вечера. И дерслер, доброго урока. Хорошей дороги, хорошего чего-то, здоровья, счастья. Это все будет слово и лар-лер добавляете к нему. Угу. Далее идем. Третье. Так. Бул шанслар. Шанс-то... Шанс – это удача, да, пришло с французского. В лотерею играем, желаем всем удачи. А, лотерея, бир, что ли? Так, далее. Тебриклер, это что, поздравление? Верно. Докус, что ли? Пусть будет докус, да, тебриклер, и существует форма тебрикадерим, да, как тешекюрлер, тешекюрадерим, используйте. Ну, далее. Еще кому-то, что ли, тебриклер сказать? Так, чок, яша. Угу. Яша, я не знаю, что это такое. Яшамак, глагол. Если я спрошу, нэрэдэ яши йорсунус? Нэрэдэ утур йорсунус? О чем спрашиваю? Живешь, что ли? Да, значит, чок яша дословный.
Хорошо живешь? Да, как живи, нучок это А, это, много, наверное, да, вот этому вот, много. который в кровати лежит, да? Нет, вот чук-яшак произносит, когда человек чихает. Мы говорим, будь здоров, они говорят, долго живи. Бежь. Да, и на это есть специальный ответ. То есть в Турции не отвечают на это спасибо, да, ты шикардрим, они отвечают хэбберабер, что означает? Ну, тебе тоже, что ли? Берабер это Нет. вместе. Вместе, поэтому все вместе. Дословный, да, перевод. Долго живи, давайте жить все вместе. А, хеп Долго это... живи. Хэп. Хепси, хепси это... Все. Вам, им... Хэпси. Ага. Хэппинис вы все. Так, далее. Лютфен. Знаем. Ну, а кому ее? А Всем? ну-ка, мальчик такой... А, Дайте. в очках который? Пожалуйста, да, шоколадку будет. Цифра. Он. Так, далее. Узур. Озур дилерим. Угу. Девочки, что такое? Узур дилерим. А как вы просите прощения? Ну, прям извините. Так, Простите. по-турецки или по-татарски? Прошу Есть. прощения, извините. Прощение, простите, не могу. Ну вот, озер дилерим, прошу прощения. Есть другие варианты, вы можете сравнить. Афедерсинис. Да, как тоже, извините, очень часто употребляется афедерсин. Либо, да, если не можем вспомнить, всегда французский вариант очень Озюр. часто употребляется. Нет. Читаем? Че? А, вам не высвечиваются слова? Еще автоматические слова должны высвечиваться. Пардон. А, пардон, да. Да, это тоже... Прошу прощения, извините. Ну, то есть три варианта вы можете сказать. Узюр дилерим, афедерсинис, пардон. Хорошо, далее. Игиджилер. Угу. Добрый вечер. Угу, либо ночи, цифра. Который с медведем, что ли? Да. Ики. Так, угу. Так, гечмиш олсун. Гечмиш это придешь, что ли? Кечмек это прошлое, да, то, что проходит. А, Кечмешок. пусть останется в прошлом. Пусть останется в прошлом, пусть все пройдет. Ну, наверное, это вот, который лежит там поздоров. Да, угу. Верно, Он значит. Верно. Он бир. Далее. Луилар, с Новым годом, хорошего угу. года. Угу. Счастливый, да, мутлу. Это вот Либо. который. Что Тут же либо. фразу день рождения произносит, как счастливых тебе лет. А, да, Угу. мутлуку. Олсун. День рождения. Это. Докус, что ли? Верно? Тамам. Тамам, кому тут можно сказать? Хорошо. А, который класс показывает. Конечно, но это не класс, как окей, да, в любом случае. Окей, хорошо, договорились, это все будет тамам. Так, вернемся к таким фразам, как да, будет по-турецки. Вет. Нет, будет. Это закрыть надо, да? Нет. Мы еще доделаем это. Нет, будет. Йок. Я вот не пойму, йок и хаир, в каких случаях надо употреблять? Хаир это нет. Ты хочешь мороженое? Нет. Пойдем в кино? Нет. Йок это отсутствие чего-то, вы покажете. Есть молоко? В магазин пришли? Нету. Да, вот это слово нету, это йок. Короче, когда меня касается, а йок всего остального. Получается так, что ли? Йок отсутствие какого-то предмета. У меня нас нет вот машины. Йок. Да, в этом разница. Да? Угу. А вы знаете турецкий? Нет. Тогда хаир. А у вас есть турецкий словарь? Нету. Тогда йок. Угу. Понятно. Угу. Да, а работа, конечно. Конечно, эльбетте, что ли? А, на нет, эльбетте. А существует два варианта. Есть в турецком языке, да, и тюркская, которая в тюркских языках других употребляется. И заимствована, да, для арабской фарси. То есть два употребляются варианта. Смело и то можете использовать. Хорошо, идем дальше. Это получается и таби, и эльбетте, да? Да, это конечно. Ага. Угу, следующее. И йолджулуклар. Угу. Что это? Йол это дорога. Так, а йолджулу? Йолджулу, не знаю. Йолджу? Да, вот однокоренные слова. Йол, знаете, дорога йол. Дорога йолджу. Кто-то находится в дороге, да, путешественник. Йолджулуклар. Путешествие. Угу, поэтому. Путешествие. Хорошего путешествия, хорошей вам дороги. С чемоданами, алте.
Алты. Угу, вспомнили. Хорошо, закрывать. На то есть счет вы знаете. Да, по фразам некоторым догадываетесь. Хреноватенько, если честно, потому что им не пользуешься. Вот можно здесь на работе тоже счет пользоваться. Вот, да. Угу. Здесь я могу... не понимают, о чем мы говорим. Да, поторговаться. Давай скажем ему 20 вместо 10 и так далее. Почему бы нет? Да, и для этого все равно нужно проговорить. Да, есть отдельные упражнения на счет, на цифры. Можете их спокойно выполнять. Да, сидеть. Так, об этом поговорили. То есть, что вы знаете, мы имеем представление. Еще какие-то вопросы есть? Тогда, Наверное. да? Наверное, появятся они после. Пробный урок у нас 30 минут, поэтому да, мы с вами потихонечку закругляемся. Но вы для себя решаете, подходит вам этот формат, либо не подходит. Да, будете с преподавателем встречаться, нет. Если да, то смотрите по пакетам, какая вас устраивает, да, по финансовым возможностям оплата. Оплачивайте с менеджером. Единственное, что если... Да, надумаете заниматься в течение 2 дней после нашего урока, то у вас плюс 2 бесплатных урока бонусом идет. Да, там идут акции, смотрите. Формат такой. Вопросы, если по организации, да, какие-то, пишите сюда. А если нет, то все с менеджером связывайтесь. Надеюсь, что будете учить турецкий язык, потому что цель есть, цель хорошая. В любом случае, вопросы? Нет. Нет вопросов. А? Все, тогда закругляемся. Что-то выучили, что-то запомнилось? Да я даже не знаю, но мы вроде как бы это все вроде знали, вроде вроде забыли. Знали. Тогда хорошо, попрощайтесь хорошо по-турецки. Гюлей-гюлей, у меня ребенок так говорит всем. Хорошо, ну это ребенок говорит, а как можно еще сказать? Там даже где-то написано было, на какой-то... В какой-то деревне выезжали, прямо на столбе гюле-гюле большим. Нет, да, хорошо, да, это может как папа-кака, и оно часто запоминается, его все привозят, да, из Турции, как именно прощение. Еще. Я так сразу не могу из головы вытащить, я все забыл. Угу, тогда почитаем, вспомним. А, Герушерус, увидимся. Еще? Ну, у нас почти так же. Угу. Герушмекузери. Более официальный, то есть... Гюрюшмирюс, да, увидимся, гюрюшмек юзере, до встречи. Да, более официально, если где-то по работе, будете уже разговаривать таким образом. Либо... Ошчакалон. Ошчакалон, что означает? Пока. Счастливо оставаться, до свидания. Совершенно верно. Да, в любом случае, прощание это может быть пока. Все, да, тогда определяйтесь, думайте, как что. Добро, кау. Оставайся, да, оставайтесь хошгер. Добром, дословно, да, счастливо оставаться. Угу, хошгель Денис. На хошгель Денис что отвечает? Хошболдум или хошболдук, если... Хорошо, угу, да, не отвечаем на него на тэшекюрдерим, да, как добро пожаловать, есть своя игра как слов. В фильме там был этот черно-белый любой, что он все мои вала говорил. Я даже смотрю, не пойму, так же не говорят всем подряд и вала. Ему говорят добро пожаловать, он и вала. Он как русский, короче, отвечает всем, просто и вала. Ну, это бандит. Мужское, да, и это там актеру свойственно, не актеру, а персонажу, который он играет, он такой, эй, вала всем. Да, в любом случае, это не то, что хотелось бы услышать. Так, все тогда. Гюрюшрюс, Колай Гельсин и Ишлер. Анлыорнуснус. Подряд. Я понял, я понял. Там, а вот, я к шамам беру шерсть, беклерис.